Все для китайцев. Apple готовится выпустить поднебесный iPhone XS и XS Max в новом цвете. Компания Apple уже показала, что готова отказываться от своих изначальных концепций и создавать определенные модификации своих iPhone для конкретных рынков. Если точнее, то в первую очередь для рынка Китая. Конечно, речь о смартфонах с поддержкой двух карт SIM, однако, судя по всему, вскоре жители Поднебесной получат еще одну специальную версию, только теперь отличающуюся не аппаратно, а дизайном. Как утверждает источник, Apple готовится представить в Китае красные версии своих актуальных моделей iPhone XS и XS Max. Причем это будут не модели семейства, Product, Red, а просто новые цвета. Ранее Apple никогда так не поступала, и уж тем более для одного рынка. Хотя однозначно утверждать, что красные модели не появятся за пределами Китая, пока все же рано. С другой стороны, название цвета China Red, которое использует источник, все же намекает на эксклюзивность. Учитывая проблемы компании с продажами iPhone в Китае и решение Apple пересмотреть ценовую политику, появление нового цвета уже не видится чем-то из ряда вон. Выход новых версий ожидается в конце месяца.